Здравствуйте, уважаемые дачники Иркутской области! На экране светится цифра 25. И уверена, многие из вас уже знают, нынешний год для нашей телекомпании юбилейный. А праздники принято проводить в кругу друзей. Уже сейчас в нашей почте немало добрых слов и прекрасных пожеланий дачному сезону. Давайте посмотрим вместе, ведь когда мы делимся радостью, ее становится не меньше, а больше. Дорогие друзья, все мы знаем, что в октябре телекомпания «Аист» празднует свой день рождения – 25 лет со дня начала работы. Хочу поздравить телекомпанию и передачу «Дачный сезон» нашего постоянного и очень любимого партнера с юбилеем. Наша совместная работа яркая, интересная, профессиональная. Благодаря «Дачному сезону» теплицы «Польза» полюбили садоводы. В них они с удовольствием выращивают полезные, экологически чистые продукты. День рождения телекомпании, особенно такая значительная дата, это прекрасный повод порадоваться достигнутым успехом и поставить новые высокие цели. От лица завода «Теплиц Польза» хочу пожелать вам стабильности, доверия клиентов, теплой атмосферы в коллективе. Мы надеемся, что вашей компании будет сопутствовать успех и вы покорите новые вершины. Пусть удача всегда будет на вашей стороне. Надеемся на долгое плодотворное сотрудничество. Ваш завод «Теплиц Польза». Если у вас есть желание присоединиться к нашему празднику, милости просим. Электронный адрес dacha@astv.ru. Пишите, мы будем рады. На юбилее всегда есть место для исторических событий, приятных воспоминаний. Например, с Максимом Анатольевичем Радченко мы познакомились 5 лет назад. Казалось бы, за это время рассказали обо всех его достижениях, а нет. Увидев его тыквы, моим восхищением не было предела. Раньше подобные размеры я видела исключительно на картинках. Овощи сказки, тыква, которая когда-то послужила каретой для Золушки, может быть выращена с успехом и на наших огородах. Есть великое множество сортов тыквы. Они и декоративные, они и пищевые, они и сладкие, в них большое содержание каротина. Безусловно, это диетический овощ, который может употреблять любой человек, даже с очень сложными заболеваниями. Каша из тыквы показана всем малым и старым, и больным, и здоровым. Это очень полезный продукт. А какие замечательные компоты, цукаты можно приготовить из этого овоща. И вырастить его совершенно несложно. Это доступно для каждого, даже начинающего огородника. Когда-то наша семья выращивала тыквы, они были все похожие друг на друга, хотя и разные сорта. Они все были с насыщенным тыквенным ароматом. И не всем это нравилось. Сейчас же селекция позволяет нам выбрать вкус, цвет, размер, даже самому предвзятому и требовательному огороднику. Они могут быть небольшие до килограмма, могут быть огромные до 25 килограмм и больше. Желтые, белые, красные, с разного цвета мякоть, с разным ароматом, с дынным, тыквенным или вообще без запаха. Однажды выбрав для себя два подходящих сорта, одна крупная и желтая, без резкого аромата, а другая небольшая, очень сладкая, серая, на вид неприглядная, ненарядная, но очень вкусная, без резкого тоже аромата. Аромат нам показался неуместный для этого овоща. Мы сеем свои семена уже много лет, и за это время у нас появились некоторые отклонения от сорта, но нам они нравятся, и мы продолжаем собирать и сеять свои семена. Мы по-прежнему получаем два типа плодов – крупные и мелкие. И те, и другие нас устраивают, и мы продолжаем это делать. Это небольшая часть нашего нынешнего урожая тыквы. Вот это большая тыква – это 100-фунтовка, которая когда-то, единожды попав в наши руки, так и стала родоначальницей всех крупных тыков, которые растут на нашем участке. А вот эта красавица, порционная
тыква, которая тоже много лет, попав в наши руки, на наш участок, стала постоянным жителем этого участка. Эти тыквы без резкого тыквенного запаха, сладкие, с желтой мякотью, очень вкусные и чрезвычайно полезные. Агротехника тыквы особо не отличается от других бахчевых культур. Тыква очень любит плодородные, богатые органикой почвы. Вносим в нее три основных питательных элемента перед весенней вспашкой – азот, фосфор, калий. И обильно заправляем либо навозом, либо перегноем, либо компостом, что у нас есть под руками. Высаживаем семенами. Мы предпочитаем высаживать пророщенными семенами, чуть наклюнувшимися во влажную почву, и без дополнительного полива мы получаем каждый год богатый урожай. Нужно помнить, что тыква, как и все бахчевые культуры, боятся заморозков. И если весной такая угроза существует, необходимо прикрыть, окучить или накрыть сверху баночками или горшочками во время возвратных весенних заморозков. А в остальном только сильно засушливые годы, дополнительный полив и вы с урожаем этой замечательной овощной культуры. Поскольку участок у нас под тыквой достаточно большой, то через некоторое время после посадки формировать тыкву становится практически невозможным, и она предоставлена все лето сама себе. Но если у вас участок небольшой и вы ограничены в площади, то, конечно, нужно после завязывания 2-3 тыкв прекратить рост плети. Через 7 листьев после завязывания одного последнего плода лишние побеги дополнительные нужно убирать. Таким образом вы сформируете одну плеть и на ней несколько небольших тыкв или одну очень крупную, если это у вас крупноплодный сорт. Я думаю, что на этом формировка закончена. Этого достаточно для получения хорошего урожая тыквы в наших условиях. С понравившейся тыквы можно собирать семена без потери ее качеств. Есть небольшие расщепления, но в большей части ее характеристики сохраняются. От небольшой тыквы мы получим небольшие плоды. Возможны варианты с полосочками, с цветом, но в принципе качество, аромат сохраняется из поколения в поколение в течение длительного времени. Мы испытали это на своем опыте. В разрезанном состоянии тыква хранится недолго. С неделю можно держать ее в вакууме в холодильнике. Целый же плод можно сохранять от нового урожая до старого. Условия должны быть сухими и прохладными. Это либо возле балкона, либо в хранилище, если есть таковые в вашем хозяйстве. Тыкву можно употреблять в свежем виде в течение всего времени. Она хороша и в переработке, можно из нее готовить множество блюд, как сладких, так и вторых закусок. Моя мама в течение уже многих лет каждое утро на завтрак готовит себе и всей нашей большой семье кашу из тыквы. В который раз хочу подтвердить, что этот продукт чрезвычайно полезный и вкусный. Выращивайте его у себя на огороде и живите долго. Сегодня мы с вами говорим о юбилее Аиста. И как вы знаете, ни один большой праздник не обходится без цветов. Цветам всегда отводилось особое место в жизни каждого человека. Уже в древности с ними связывались понятия любви, ощущения счастья и позитивного настроения. Природой создано около 2000 самых разнообразных видов растений, отличающихся друг от друга, но, пожалуй, внешними признаками.
причем каждая из них единственная в своем роде, прекрасное и неповторимое творение. Цветы обладают исключительной способностью дарить окружающим радость и море оптимизма. Здравствуйте! Поговорим сегодня о лилиях. Я больше 20 лет занимаюсь лилиями. Первоначально у меня были азиатские гибриды лилий. Конечно, прекрасные, цветут обильно, неприхотливые, но они быстро отцветают. Это мне как-то не подошло, и я решила заняться восточной лилией. Она более пластична по срокам цветения, и так как есть технические приемы, которые позволяют, доставая луковицу с хранения, сроки ее цветения растянуть месяца на два, а то и больше даже. Это мне очень понравилось. Мало того, еще эта лилия обладает очень прочностью хорошей. Когда ветер начинается, у азиатки, у нее, если в лицо ветер дует, то лепестки очень легко отламываются. А у восточки они мягкие, и вот они колышутся, и абсолютно им ничего не делает. Ни погода, дождь. Самое главное только вовремя убрать вот эти вот тычинки. Рано утром выходя, я их всегда снимаю. Во-первых, это делаю для того, чтобы цветки не марались этой пыльцой. Вот замаранный пыльцой лепесток, вот здесь вот коричневый, он быстро начинает ржаветь и погибает. Поэтому, если вы утром вышли, быстренько собрали пыльцу, она еще утром не пылит, она такая влажненькая, вы ее снимаете, цветок сохраняется красивым, цвет сохраняет и дольше цветет, потому что вот эта пыльца, она немножко имеет кислую такую основу, и только попадая на лепесток, она начинает сразу его разъедать. А еще мне лилия нравится восточная тем, что она обладает ароматом. Запах вот у каждого сорта, я вот наблюдала, у каждого сорта разный запах. Кому-то не нравится, мне очень нравится, поэтому я этой лилией вообще восхищаюсь. И еще чем нравится эта лилия, то что когда с подвала ее достаешь, ранней весной, вот например, мы достаем первые, это 15 марта. 15 марта достаем и начинаем высаживать через две недели мы начинаем высаживать партии. И вот последняя у нас высаживается, это 1 июня. И поэтому у нас растягивается срок цветения примерно где-то на 3 месяца. То есть она у нас уже с 1 июля она начинает цвести, и она цветет у нас весь октябрь. Многие люди отказываются от таких цветов, потому что они в агротехнике очень сложные. Их нужно выкапывать на зиму. Они плохо зимуют. Я не скажу, что они совсем не зимуют, они зимуют. Но для этого, видимо, нужно какое-то укрытие им делать. У меня вот в черте города они зимуют хорошо. Но вот в сторону Байкальского тракта там уже говорят, что не зимуют. Поэтому мы все равно ее выкапываем и складываем в подвал. Это где-то делаем в октябре, в ноябре, когда уже такие холодные, уже лист пожелтеет. Видно, что она уже готова к выкопке. Мы ее копаем. Складываем в ящики в один слой, луковичку к луковичке, чтобы головочки были кверху. Это очень важное условие, потому что при хранении она начинает когда-то, вот у нее начинает все равно рост идти верхушечки. И самое главное, чтобы она не была искривлена. И поэтому при посадке мы ее достаем, она ровненькая, мы ее высаживаем, и она сразу идет вверх расти. Лилия восточная, ее можно высаживать хоть круглый год. То есть кому нравится, тот может посадить в горшочек. Она, то есть после Нового года биологические ритмы уже начинают идти на рост растения. Вот, поэтому после Нового года ее в любое время можно достать и посадить в горшочек. И она у вас зацветет по своему сроку цветения. Вот, но мы как-то привыкли уже, что мы с 15 марта достаем и высаживаем ее первоначально в теплице высаживаем, а когда уже земля отойдет в открытом грунте, мы высаживаем в грунт. И вот через две недели мы их высаживаем. А лилия любит солнечные места и слегка затененные, можно ее посадить слегка затененные, но вот больше она предпочитает солнечные, слабокислые, либо щелочные почвы.
Вот. Я как-то уже проще отношусь к посадке лилий. Прямо вот при посадке мы сразу вносим полное минеральное удобрение. На квадратный метр где-то у нас 100 грамм уходит. И затем мы ее садим, замульчируем, и она у нас растет. То есть идет только полив. Полив раз в неделю. Лилия очень не любит поливаться сверху. То есть ей нужен полив только в прикорневой зоне. Есть такие грибковые заболевания, которые вот именно на бутонах, крапинки такие появляются. А первоначально даже может и на листьях, листь вареный быть. Это грибковое заболевание, его нужно обработать препаратом меди. Один раз вполне достаточно. Подкармливать ее в течение лета, конечно, необходимо. Ей фосфор необходим, но вот самое лучшее, я вот пользуюсь растворином. Развели, полили, и затем уже в конце, где-то в конце августа, чтобы у ней луковица хорошо вот созрела, я развожу золу, хорошо ее кипяточком завариваю и поливаю золой. В принципе, этого достаточно для восточной лилии. Восточная лилия размножается как чешуйками, как делением луковицы. Но мне как-то больше нравится чешуйками. Это, конечно, надо весной достать луковицу, разделить ее на чешуи, во влажный торф поместить эти чешуи и в теплое место. И где-то недели через три на них появляются маленькие-маленькие бульбочки такие. Затем эти бульбочки дают корешочки. И вот когда уже этот вот процесс произошел, их нужно рассадить в рассадные такие горшочки. Вот, затем высадить в открытый грунт. В наших сибирских условиях где-то луковица вырастает года за два. То есть где-то в Голландии она, может быть, и за год вырастает, но у нас нужно терпение на два года, чтобы выросла луковица. И если с луковицы, например, вы хотите получить, размножить луковицу, то тогда нужно, вот лилия зацвела, она развелась хорошо, листочки у нее зелененькие, нужно срезать ее вот как раз, когда заканчиваются цветы. Вот последний нижний цветоносик, ее нужно взять и обломить вот так. И затем вот это вот все растение, оно наберет хорошо луковицу, и от маточной луковицы у нее еще появятся маленькие деточки. Прямо на самом и на стволике, и вокруг луковички. Это проще, чем чешуйками, конечно. Уважаемые садоводы, не бойтесь выращивать восточную лилию у себя на участках. Она вам принесет столько радости. Это красивая, ароматная, очень пластичная по срокам цветения лилия. Она будет радовать вас все лето. Нынешний октябрь не только месяц подготовки к юбилею, еще он особенный, потому что в нем 5 понедельников, 5 воскресений и 5 суббот. Такое бывает очень нечасто, а китайцы называют такой месяц пригоршня денег. А потратить их есть на что, желательно стоящее, еще успеваете поставить теплицу. Спонсор рубрики – завод поликарбоната «Сотекс». Представляет инновационный поликарбонат «Сотекс Био». Больше тепла – лучше урожай. Моя бабушка мне говорила: «Дешево догнило, дорого домило». А еще есть такая поговорка: «7 раз отмерь, прежде чем один раз отрезать». Наверное, это относится в полной мере и к выбору теплиц на наших садовых участках, потому что это достаточно дорогая покупка. А кроме того, мы хотим, чтобы теплица на нашем участке служила не один, не два, не три, а десятилетия. И сегодня, в который раз, мы вместе с вами будем говорить о том, какая должна быть теплица на нашем участке, вместе с нашим экспертом Владиславом Лочкаревым. Наверное, стекло, пленка уже давно ушли в историю. Сегодня мы выбираем поликарбонат. Кстати, каким он должен быть?
Татьяна Васильевна, как мы с вами знаем, поликарбонат на рынке существует великое множество. Много марок, много различных характеристик. Я могу лишь дать нашим телезрителям общий совет, который просто запомнить. Чем толще лист поликарбоната, тем он надежнее, тем он лучше выдержит и ветровые, и снеговые характеристики, и тем внутри теплицы будет теплее. Также нужно обязательно обращать внимание, чтобы в поликарбонате была защита от ультрафиолета. Если мы хотим, чтобы наша теплица простояла дольше, чтобы она не желтела, не разрушалась, обязательно нужно защищать наш лист от ультрафиолета. Ну и также обращайте внимание, чтобы производитель был сертифицирован, чтобы вам могли предъявить санитарно-гигиеническое заключение, пожарный сертификат, декларацию соответствия. Мы на своем заводе каждой партии продукции проводим испытания и готовы предоставить расширенную гарантию, потому что точно уверены в ее характеристиках. Замечательно, что урожайность в садах и огородах – это проблема не только тех, кто выращивает эти овощи, но еще над этим работают ученые. И сегодня на рынке появились инновационные разработки, которые уже внедряются в производство. Вот чуть подробнее расскажите нашим телезрителям об этом. Если говорить про инновационные разработки, то можно с интересом рассказывать о сотовом поликарбонате Sotex Bio, в который в заводских условиях добавляет специальная, я бы даже сказал, уникальная добавка Баска PF65. Это особо разработанный учеными теплоудерживающий концентрат. Вы знаете, и мне, и нашим телезрителям хотелось бы подробно и просто понять, что эта добавка дает тем, у кого есть теплица. Мы хотим там вырастить, конечно, большой урожай, практически максимальный. Вы нам можете в этом помочь? Если говорить совсем простыми словами, то добавление нашего концентрата в лист поликарбоната наделяет его уникальными свойствами. Жесткому солнечному ультрафиолету нет доступа в нашу теплицу, мы сохраняем наши овощи. Ночью уже, когда перепады температуры наблюдаются, тепло сохраняется внутри закрытого грунта, внутри парника, внутри теплицы, что позволяет нивелировать перепады, что позволяет сохранять влажность и что способствует активному росту и плодоношению наших овощей. Если у нас равномерная температура днем и ночью, значит, растения лишены стрессов, значит, мы получаем более серьезный, богатый урожай. Но говорят, что каждый кулик свое болото хвалит. Скажите, пожалуйста, а есть ли у вас какие-то испытания, заключения, что био – это действительно самый современный, самый лучший материал? Конечно же, у нас есть заключение ученых. Прежде всего, это экспертное заключение Аграрного университета Санкт-Петербурга. Кроме того, уже в нашем регионе совместно с учеными Иркутской государственной сельхозакадемии мы провели собственные испытания, результаты которых говорят о благоприятном воздействии теплоудерживающего концентрата на рост овощных культур в закрытом грунте. К сожалению, мы живем в мире подделок. Ну, так сложилась жизнь. Как отличить качественный биополикарбонат от всех остальных? Специально для наших потребителей мы разработали дизайн такой маркировки, где вы видите слово «био». Это говорит о том, что в данном поликарбонате есть эта уникальная инновационная добавка. Владислав, спасибо вам большое. Я думаю, что многие наши садоводы и огородники получили максимально качественную и, конечно, полезную информацию. Завод поликарбоната Sotex предлагает широкий выбор поликарбоната по доступным ценам при отличном качестве. Больше тепла, лучше урожай. Адреса: улица Трактовая, 18Б/А, улица Рабочая, 2А/4, бизнес-центр «Премьер», офис 509А. Телефон 768-00. 25. Какой солидный отрезок нашей жизни. Есть у метких французов золотые слова. Если б молодость знала, если б старость могла. Но бывает участок в середине пути, когда опыт и сила могут рядом идти. Этот возраст счастливый сочетает в себе два хорошеньких слова «еще» и «уже». Так что жить в это время и легко, и приятно. Нам еще все доступно, нам уже все понятно. Будьте счастливы, до свидания.